Осталось у нас 2,5 блока. Поделим их на 2 видео. В этом видео будет только один блок. И закончим тогда 1,5 блоками через какое-то время. Это блок номер 43. Заканчиваем открывать. Осталось после этих 2 пакетов еще 3. Вот они. И можно будет начать. Готово. Первая карточка. Новичок Ефим Гуркин. Салават Юлаев. Далее КХЛ Без Границ Сергей Емагин Югра. Далее идет золотая версия Матч Звезд. Это у нас Кевин Далман СКА. Отличный кусок. Кусочек эмблемы СКА. Это, судя по всему, который на плече находится у игрока. Следующая карточка Мартин Шкарсумс, Динамо Рига, ключевые игроки. Еще одна джерси с Дэна Хары. Двухцветная на этот раз. Под серией атрибуты игры. Лев Прага. Далее идет автограф Николая Кулемина. Жалко, конечно, что не Евгений Малкин. Но, тем не менее, очень неплохая карта. Металлург Магнитогорск. Еще одна карточка Пражского Льва с Дэну Хара, опять же, ключевые игроки на этот раз. Далее идет Ира Тарки, Салават Юлаев, вратарь. Патрик Торрес, СНСКА, КХЛ Без Границ. Матч Звезд, серебряная версия. Это у нас Илья Горохов, Динамо Москва. Одноцветная джерси. Следующая карточка КХЛ Без Границ Мартин Телквист, Динамо Рига. Ключевые игроки Майкл Гарнет Трактор. Александр Широченков, Динамо Вратарь. Новичок Эмиль Гарипов из Акбарса. Следующая карточка. Финальная серия. Александр Ерёменко. Джерси с автографом. Везет сегодня Динамо. По части финальной серии. Автограф Витязя Брайан Фейхи. Новичок из Локомотива. Данила Пальков. Джерси. Атрибуты игры. Ярослав Шатан. Отличная джерси. Кусок эмблемы, судя по всему, на номер не очень похоже, сложно сказать.
Я думаю, что эмблема все-таки. Ключевые игроки Динамо Москва. Александр Еременко. Илья Брызгалов, вратарь ЦСКА. Матч звезд, серебряная версия. Ким Степлтон, двухцветная джерси, немного красного есть вверху. Динамо Минск. Далее автограф авангарда Алексей Кузнецов. Новичок нефтехимика на Илье Купов. Кому-то повезет с Якуповым. Очень много карт его достали. Джерси. И карт новичка Алексей Мурыгин. Амур, вратарь. И последняя карта. Это КХЛ без границ. Тони Мортенсон. Сделаем небольшую паузу и вернемся с оставшимися полутора блоками.